Привет, с вами Кононова Аня, интернет-проект Fiberlic Online. И сегодня мы с вами поговорим о всех бонусах, которые есть в компании Fiberlic. Итак, сначала нам нужно с вами с ними разобраться, да, где их искать на сайте Fiberlic, потому что на самом деле очень сложно найти, когда мы с вами заходим, мы с вами видим новинки, косметика, парфюмерия, акции какие-то, да, то есть какие-то продукты для бизнеса, еще что-то. И на самом деле акции, бонусы по бизнесу найти очень сложно. Но, в принципе, наш сайт, он сделан под покупателей, а акции по бизнесу у нас с вами находятся в самом низу. Причем на любой странице, где бы вы ни находились, внизу есть вот такие вот 4 столбика: помощь, новости, бизнес с Fiberlic и о компании, да. То есть в компании вы можете найти научные разработки, собственное производство, контакты любых региональных менеджеров или руководителей ДП, можете посмотреть, с каким количеством стран мы работаем, можете посмотреть, сколько в компании Fiberlic человек, который находится в элите, и можете увидеть видео о продукции, да. То есть смотрите, тут сказано, что в компании Fiberlic есть центр научных разработок, и производство идет как бы по всем ГОСТам и СанПинам, по всем требованиям. Далее, что у фабрики есть, у компании Fiberlic есть собственная фабрика, это более 45 тысяч квадратов. Вот. Далее, значит, контакты Fiberlic, да, то есть региональный директор по продажам. Тут есть, да, то есть тут региональные директора по поставкам, то есть тут все есть. Поэтому, когда вы, допустим, нажимаете «Я знаю, что я отношусь к Верхневолжскому региону», я могу найти своего руководителя ДП легко. Потому что я проживаю в Кировской области, вот мой руководитель ДП, вот мои менеджеры по продажам. Да, то есть я могу со всеми пообщаться. Далее, в разделе «Наша география» при выборе страны вы можете не только узнать, есть доставка на какой-либо агентский пункт или почту, но и с какими странами мы сотрудничаем, где сейчас доставляется продукция. Далее, в разделе «Элита Fiberlic» вы можете увидеть фотографии людей, которые уже стали более чем элитные директора. То есть тут люди, у которых более 9 директорских веток в первой линии. Конечно же, я вас сюда приглашаю. Посмотрите, какие все классные, целеустремленные, какие все симпатичные, какие у всех счастливые глаза. Потому что, в принципе, быть элитой Fiberlic очень приятно. И далее вы можете увидеть видео, да, стиль, макияж, уход, ароматы, уход за лицом, аксессуары. То есть все, чтобы куда бы вы ни нажали, везде где-то есть какие-то видео, и вы можете их увидеть. Далее идем же в самый низ и смотрим бизнес Fiberlic. Да? Тут есть возможности Fiberlic. Кто такой консультант? Ваши выгоды от регистрации, онлайн-регистрация, акции и программы. Вот тут, кстати, они есть, вот эти все бонусы в разделе акции и программы. Тут же есть правила сотрудничества, план развития и обучение. Да? То есть в компании Fiberlic есть все. Вы можете самостоятельно зарегистрироваться, самостоятельно обучаться. Конечно, на интернет-проекте Fiberlic Online есть свой собственный обучающий сайт. Мы вам выдаем лендинг после регистрации, еще что-то. Но еще и компания Fiberlic предоставляет, особенно в последнее время, очень качественное обучение, которое нам безумно всем нравится. И мы с удовольствием ходим на их вебинары. Вот, во-первых, возможности Fiberlic, да, какие возможности, тут нам рассказывают, что есть два варианта, да, то есть вы можете покупать с огромной скидкой для себя, да, экономить семейный бюджет, вы можете предлагать продукцию, да, то есть, и, конечно же, вы можете строить структуру компании Fiberlic или открыть офис, да, то есть 4 варианта сотрудничества на данный момент я знаю с компанией Fiberlic. Далее, что значит быть консультантом компании Fiberlic, да, то есть это человек, который решил изменить свою жизнь к лучшему, это на самом деле так. Вот, далее, значит, как начать получать доход без инвестиций, пожалуйста, да, далее, значит, личный кабинет у нас уже пошел, да, и мы с вами
Еще далее идем, да, то есть тут раздел акций, и вот они идут акции бизнеса, да, то есть далее у нас с вами идет кодекс деловой этики, вот тут как раз таки и написано, что перерегистрации в компанию запрещены. Это очень важно понимать, что перерегистрации в компанию запрещены, поставьте на паузу и посмотрите. Далее, значит, идут доходы и его источники, да, то есть самые эффективные. Вот. И далее идет уже Академия Фаберли, где вы можете на самом деле пройти отличный курс. Итак, поехали с вами далее. Мы с вами заходим в доходы лидера, да, то есть это консультантом план развития доходы лидера, да, вот по этой вот кнопочке. Вот, то у нас с вами получается, что мы с вами можем видеть ступени лестницы успеха, бонусы директорские, квалификационные бонусы, бонус быстрый старт, бонус стабильности, бонус развития, бонус материнства и усыновления, ну и, конечно же, термины маркетинг-плана. Итак, лестница успеха. Что это значит? Во-первых, от директора до золотого директора вы можете посмотреть, да, подробнее. Давайте нажмем. Да, то есть тут указываются квалификационные бонусы. Там уже тут легко и просто разобраться, да, директор — это премия 55 тысяч, старший директор 82 500, вот, если квалификация за директора была получена, то 27 500, вот, и серебряный, и золотой директор. Вот именно с уровня золотого директора компания Фаберлик возит всех в разные экзотические страны мира. Далее, значит, ну, что могу сказать, когда-то ездили в Китай, когда я пришла на проект, потом нас возили в Шри-Ланку, и сейчас вот мы недавно вернулись из Доминиканы, и вот этой осенью 2018 года мы поедем на Бали. Итак, смотрите, у нас с вами также есть такая вот табличка, это бонусы директорских статусов. И тут указано, что мы с вами получаем 7 уровней в глубину и ниже, если у нас 24 директорские ветки в первой линии. То есть, если вы директор, вам необходимый ОЛГ в принципе не нужен, потому что вы и есть 3000 ОЛГ, объем личной группы. Если под вами открылся директор, то у вас появляется групповой объем, да? И групповой объем директора должен отделяться на 2000 баллов. Минимально, да. Далее, значит, если под вами уже два директора, то вам надо минимально личной группы 1500 баллов, и далее все по 1000 баллов в бок и в глубину, да. То есть, допустим, вот я сейчас на данный момент нахожусь на более чем 9 веточек. У меня сейчас 21 директорская веточка в первой линии, то есть я старший международный директор, и получается, что я получаю 9 линий в глубину. Раз, два, три, четыре, пять. 6 линий в глубину, да, то есть это у меня получается элитный бонус. Вот, и за элитный бонус, без разницы, да, допустим, подо мной есть серебряный директор, под серебряным директором есть старший директор, под старшим директором есть обычный директор, да, на 3000 баллов. И я получаю под самого нижнего 0,5%, со старшего директора 1%, и с объема личной группы между серебряным директором и между старшим директором может быть хоть 600 человек. И мы с вами достаем и до третьего, и до четвертого поколения, лишь бы у нас с вами была хорошая ширина. Допустим, серебряный директор, да, у которой две директорские ветки, он достает два директора в глубину. Вот таким вот образом исчисляются бонусы, которые называются директорские статусы. Далее, квалификационные бонусы. Это когда вы открыли, допустим, уровень директора, и в течение любых 8 периодов за последний год вы должны удерживать групповой объем и личный объем по соответствующему уровню, и вы получите премию. Вот, да, то есть получается, если, к примеру, вы открыли
уровень старшего директора, то вас ждет 87 500, да, таким вот образом. Далее идет бонус «Быстрый старт». Быстрый старт – это бонус за стремительное развитие бизнеса в компании. Это за 9 каталогов вам надо открыть любое директорское звание. Открыть любое директорское звание и два раза подряд его подтвердить. И вы получите свой первый бонус, да, и потом вы также в следующих 9 периодов подтверждаете 6 раз еще раз это звание, да, то есть не обязательно подряд. Подряд важно только с момента открытия, да, то есть 2 каталога подряд. Вы подтверждаете 2, 6 раз, да, то есть в любых периодах, да, в течение года с момента открытия. И все, вы получаете второй раз квалификационный бонус. То есть если вы за полгода откроете золото, золотого директора, то в принципе вы получите 55 тысяч умноженное на 2, 27 500 умноженное на 2, 110 умноженное на 2 и 165 тысяч умноженное на 2. То есть самое главное открыть, стартануть резко, стартануть хорошо, не присматриваться буду, не буду, а сразу взять и сделать. Да, и тогда, конечно же, у вас квалификационные бонусы умножатся, и эти квалификационные бонусы платятся помимо основных выплат за структуру. То есть у вас есть выплаты за структуру, и сверху еще вам дадут дополнительных вот таких вот бонусов за быстрый старт. Предложение ограничено, а все, кто зарегистрирован до 31 декабря, могут в этом участвовать. Да? А те, кто уже зарегистрируется 1 января, уже, может быть, быстрый старт продлен и не будет. Ну, будем ждать компанию, иногда компания продлевает акции по просьбам. У нас с вами идет бонус стабильности. Если вы VIP-консультант и делаете 100 баллов личного объема, и вы уже находитесь в статусе подтвержденного директора, то вы будете получать 5,5 тысяч рублей в год просто так, за то, что вы не растете и не падаете, да, то есть 2 раза в год, то есть по 2,5, по 5500, это получается 11 тысяч в год директор дополнительно получает денег, да. Далее, значит, если вы находитесь уже на старшем директоре, то есть 8250 рублей умноженное на 2, серебряный директор 11 тысяч, золотой 16500 и рубиновый директор 22 тысячи. Да, то есть на данный момент все, кто выше статусом рубиновый директор, те, кто уже рубинового директора получил, они получают дополнительно ко всем выплатам еще и 22 тысячи рублей. Далее у нас с вами идет бонус развития. Это когда вы получаете вознаграждение в размере 30% от суммы всех квалификационных бонусов, которые были выплачены за год консультантам вашей структуры. То есть, если у вас получило 10 директоров премию, да, то вы умножаете, да, то есть 55 тысяч, вы, да, допустим, вы читаете 30%, да, 30%, и получается 16 500, то есть вы получаете 165 тысяч за 10 подтвержденных директоров. И это тоже выплаты сверху, поэтому я думаю, вам выгодно, чтобы ваши директора росли, подтверждались, чтобы вы знали, что это выгодно не только вашим директорам, но выгодно еще и вам. Вот. И, конечно же, смотрим дальше с вами. Да? Бонус материнства. Самый классный бонус, так же, как и бонуса развития, так же, как и бонуса стабильности, его нету ни в одной компании. Когда вы выходите в декрет, и вы на уровне 15% были не менее 8 каталогов, да, то есть минимум 8 периодов из 19 последних, да, на момент рода малыша. То есть если вы были 3 каталога на 15%, или вы только зарегистрировались в компании, у вас нет объема 1500 баллов, это акция не для вас. Да, то есть этот бонус платится тем, кто уже вырос в компании на момент родов. Вот, то есть этот бонус уплачивается и папа, да, за то, что у них в семье появился малыш, да, жена ребенка родила. И, конечно же, нужно делать, как обычно, 50 баллов. И тогда вы
а будете получать за первого ребенка 28 500 рублей в год, по 1500 за расчетный период, вот, или 57 тысяч рублей в год, 3000 рублей за расчетный период, если у вас один, двое малышей и более двух, да, то есть третий, четвертый, пятый, всегда у вас будет платиться вот этот вот бонус. Вот, конечно же, бонус начисляется женщинам, сотрудничающим с компанией, в том числе и по семейному контракту. Сотрудничество по семейному контракту не менее 9 месяцев до рождения ребенка. Вот так вот. Далее, значит, для начисления бонуса материнства и усыновления необходимо, конечно же, обратиться к своему региональному менеджеру. Итак, термины маркетинг-плана. Ну, я думаю, что я тут особо не буду их вам перечитывать. Их тут много терминов, да, я думаю, вы просто, если захотите, вы можете почитать, да, можете поставить на паузу и почитать. Вот, значит, также в компании Faberlic есть этический кодекс компании, где сказано, что, в принципе, перерегистрации не нужны. Также вы можете почитать не только кодекс деловой этики, но и правила регистрации, персональные данные, права, обязанности консультанта, права наставничества, обязанности директора, реализация продукции, сайты и интернет-магазины, мультивалютные расчеты, да, когда у вас международная структура, договор на оказание услуг, как его открыть, тут все есть, смена фамилии, да, вы вышли замуж, вот, семейный контракт, как его оформить, все написано, да, право наследования и другие правила и принципы, в принципе, тут все есть. И, конечно же, в компании Faberlic очень развита вот эта вот передача бизнеса по наследству, очень хорошо развита, поэтому мы еще и, как сказать, да, надежная компания, которая просто так не бросит, и у нас уже была передача, да, то есть жена была зарегистрирована, и номер после того, как она умерла, передали ее мужу, и муж может получать теперь ее денежки, да, то есть также мама может передать детям, дети могут передать маме, родные сестры могут передавать друг другу день, да, структуру и так далее, и так далее. То есть не обязательно, если вы структуру открыли, то, не дай бог что-то, то это уйдет под компанию. Нет, это уйдет вашим родственникам, если они в течение полугода заявят о том, что мы близкие родственники. Вот так вот. Да, то есть, ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной. Ну и, как обычно, это был видео-ответ, потому что некоторые новички на сайте путаются. Вот, а в принципе, на самом деле, очень тяжело найти вот этот вот маленький списочек в конце. Они ищут постоянно где-то сверху, да. Ну и я, в принципе, когда пришла, я точно так же искала. Так, кстати, тут есть ссылочка, как получить свой собственный интернет-магазин. Интернет-магазина нету только в Беларуси, в остальных странах есть. Ну все, рада была быть вам полезной.